жители улицы Пролетарской, села Гремячево. Находимся на территории одной из улиц, где поселились бродячие собаки. Их где-то около 10 штук, плюс еще и щенки новые появились у этих собак. Они здесь очень агрессивно себя ведут, мы вынуждены обходить это место стороной, боимся выпускать детей. В основном они гуляют у нас за забором. Ну, были случаи, когда они бросались и на детей, и на взрослых. У нас покусали одного жителя. В школу провожаем мы детей, из школы встречаем. Нет никаких сил уже. Что с ними делать, мы не знаем. Обращались к главе администрации. Он не может нам помочь, потому что, ну, как-то там законы изменились. Мы теперь хотим обратиться куда-то в другие органы. Во-первых, собаки не привитые. Рядом лес у нас, вполне могут, не дай бог, заболеть бешенством. А здесь у нас все-таки очень много детей, маленьких, первоклассников и детей из детских садов. Пожалуйста, мы вот обращаемся с просьбой нам помочь. По поводу ребенка, расскажи нам. Ну, они постоянно гоняются за мной, и я не могу ходить на детскую площадку. Боишься их? Да. Кусали тебя? Нет. Убегал, успевал? Да. Близко. Боишься этих собак? Ты боишься собак этих? Да. Боишься. Так, ну, она зимой на меня собака накинулась, порвала пальто. Благо люди были недалеко, отбили. А так я и не знаю, бы чем это закончилось. Угу. Извините, тоже на пенсии у меня силы нету. Детей отпускаете сюда? Одни? Нет, не, внуков я сюда не отпускаю. И дома, если они выходят на улицу, мы контролируем. Детей оставлять без присмотра, даже больших, боимся. Всегда везде сопровождаем. Это что было зимой, что весной, что осенью, что и летом. Одинаково. Угу. Я выполняю некоторую общественную нагрузку. И при проходе по маршруту своему сталкиваюсь с нападением собак. Особенно здесь здоровые белые собака меня два раза убили, хорошо, не с последствиями. А так выйти страшно. И если иду, то с какой-нибудь палкой. Здравствуйте. Да, по поводу собак. Очень мы их боимся. Решить силами администрации мы не можем, потому что годами бьемся с этими собаками. Годами они всех кусают, и взрослых, детей не отпускаем, потому что это очень опасно. Говорю, взрослый пройдет, кидаются, очень опасно. Собаки взрослые размножаются. Вот, пожалуйста, собака с щенками. Естественно, у них агрессия повышенная, потому что, не знаю, может быть, они от нас ждут эту угрозу. Не знаю. Смысл тот, что очень они агрессивны, кидаются. Без всякого, никто их не провоцирует, ничего. Просим очень решить эту проблему. Приедьте, пожалуйста, к нам, посмотрите. Ждем вас. Мы боремся уже очень долго. Решить вопрос силами администрациями невозможно. Вот, вот, пожалуйста. Собаки кидаются. Возле нас раз, два, три, четыре, пять, шесть взрослых особей. Эти собаки кидаются реально и кусают людей, детей.